Это учебный корпус артбригады, войсковая часть, 50-346, а также до артбригады принадлежал войсковой части 47-279, мотострелковый полк. Алдеслагер. Цветущее дерево. Это, по-моему, слива. В центре площадки. Мы с этого места пройдем в сторону Пармы. Здание Парма. Передвижная авторемонтная мастерская. Вот как выросли сосенки. Чаще целые. Настоящая чаще, да? Лес. Растут, конечно, активно. Вот видно, что они процветают. Как бы здесь пройти нам? Да, вот тут мы пойдем. Это уже просматривается здание клуба. Это левое крыло, где размещались подразделения танкового батальона. Как пройти нам? По-другому никак тут. Вот как. Ну, почти что пошли. И крыльцо сразу. Крыльцо, двери. Нам сюда не надо. Мы обходим. Вот тут мы обойдем. Вот здание клуба. Вот здесь видно еще к дверям шла, к крыльцу. Вот видно борду. Вот это правое крыло учебного корпуса. Мы немного обойдем. Его вот, да, вот тут испахано это кабаны. Что уж тут не находит съедобного. Вот с этого ракурса учебный корпус. Ну а прямо вот здание казармы. Клуб мы уже знаем. И потихонечку обходим это здание, которое учебный корпус. Вот сюда налево пойдем, сюда. Видно, как хорошо покопали, как плугом. И прямо вход в Парм, здание Парма. Еще раз повернемся. Клуб. Прямо и налево помещение караульной службы. Сразу за клубом, за запасными входами, выходами. Ну а здесь спортивный городок с левой стороны. Вон светильник здесь среди леса. Светильник освещения уличного. Там забор дальше. И по этой дороге прямо пошли к Парму. Дорога обозначена, что тут она есть. Видимо, тут или бетонная, или асфальтированная дорога.
Да, сегодня 4 мая 2023 года. Времени начало 12. Цветущие деревья, кустарники, запахи. Можно сказать, ароматы. Да, это будет правильно. Разные. Вблизи перехватывает дыхание. Вот здесь крылечко, вход. Здесь была чайная. Вот здесь. До того, как она перешла далее туда, где в клубе было, в здании клуба. Вот здесь. Вот крылечко, вот где окна заложены, там она и была. Вот вход здесь прямо. Ну, мы дальше идем. Вот, вот аптечка, аптечка. Конечно, аптечка. Наверное. Вот как тут выросли сосны. И прямо здание Парма, к которому мы идем. Велосипед попался. Во всех помещениях мы были этого здания, учебного корпуса. Подвальных, чердачных. Вот прямо туда, к учебному, извините. На помещению караульной службы. Слева будет клуб, справа. Ну и прямо-прямо будет котельная. Цветущие деревья, птицы слышны. Здесь площадка асфальтирована или бетонирована. Вот просматривается здание. Это центральный вход или парадный. Пчелки работают, слышно. Какие-то другие насекомые. По прошлым нашим посещениям я знаю, там у входа еще ландыши должны цвести. Сейчас не знаю, цветут, нет ли. Ой, как мы пройдем сюда. Вот вход. Да, обойдем. Да. Да, с левой стороны стадион. Вот он мелькает уже. Вон там мелькает, это здание спортзала. Как мы пройдем? Вот мы как пройдем. Мы немного ворачиваемся. Да, вот здесь. Вот там завалы, заломы. Засека. Ух ты. Как же нам зайти?
Так как, так и пойду. Вот тут дерево упало. Давно. Вот она как себе тут. Чувствует. Да, уже разлагается древесина. Вот, а под ней еще вон кустарник цветущий под стволом дерева. Да, вышли мы как раз к входу. Вот он вход. Парм. Парм, передвижная авторемонтная мастерская. Здесь же жили семьи этого подразделения. Вот он вход. Да, также мы тут были во всех помещениях. Подвальное, чердачное. Мы посещали. Что-то не вижу я. Ландыш. Ну как же не вижу? Вот ландыш. Правда, они еще не цветут. Ну, скоро уже начнут. Вот видно. Некоторые соцветия уже появляются. Например, вот. Вон видно, что скоро будут ландыши. Все хорошо видно. Довольно большая лужайка или плантация. Вот посмотрели, мы подошли к парму. Крыльцо. На крыльце деревья выросли. На бетонном крыльце. Вот сосны растут. Под замком. Посмотрели. Вот дерево, какое дупло. Дерево. Тут каштанов не видно. Поблизости. Как нам тут выйти? Не хочется ползти через заломы. Не хочется, придется. Пошли. Да, вон там стадион. Вот она. Здание Парма. Покидаем. К велосипеду доберемся. Время я сказал, какое тепло. Сейчас 13 градусов тепла. Может быть 14. Ну, дождя сегодня не должно быть. Вон хорошо видно. Видимо, асфальтовая дорожка видна. Площадка просто, а не дорожка. Все это было асфальтированная площадка. Вот стадион. Он огорожен. Территория. Это тут поля, теннисные поля. Недавно разместили. Здание Парма, площадка, на которой мы стоим. Это тыльная сторона учебного корпуса. И потихонечку выходим. На исходную мы не пойдем, а к
велосипеду. Вот два дерева цветущих. Да, это площадка все. Прямо Парм. Здание Парм. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.